Всем привет! Как вы помните, недавно я презентовал то, что в этот понедельник выйдет курс по созданию сайта для фотографов или фотостудий. Но дело в том, что этот курс я сделал намного раньше, он уже готов, и я готов выпустить уже его сегодня, так что старт не в понедельник, а прямо сегодня, примерно в 2 часа. На этом курсе я вам расскажу о том, как сделать сайт на новом поколении тем. То есть эта тема оформления является одной из тех, которые относятся к новому поколению тем оформления. Все дело в том, что с помощью этих тем вы просто устанавливаете себе тему оформления, и с помощью некоторых установок, то есть просто обычной установки программного обеспечения на сайт, вы делаете так, что ваш шаблон, то есть ваша тема, которую вы установили, уже будет иметь шаблонный дизайн и шаблонные настройки. То есть эти темы не нуждаются в настройке, то есть по факту вы можете за 20 минут себе настроить сайт. Но если вам нужно будет что-то, вам останется лишь дополнить вашу тему оформления своим контентом, если необходимо добавить свои какие-то особенные блоки. Этим мы займемся на курсе, мы модернизируем данный шаблон. Итак, до встречи в 2 часа на новом курсе.